Супер, супер. Монстры, огромные колеса приземляются так плавненько, когда ты... Привет всем! Ну что, будем восстанавливать лосяру. Значит, для его восстановления после прыжка мне пришлось купить 3 пакетика запчастей. Первый пакетик — это у нас для амортизаторов, но опять же продается все комплектами. У меня здесь и крышки будут запасные. Сейчас не надо, но в принципе, может быть, пригодятся. Бампер тоже продается комплектом, передний, задний. То есть меняю, ставлю передний, и задний есть еще в запасе. Хотя у меня заднего бампера нету. Но если что, при желании можно снять велибар и поставить. И рычаги. Опять же, продаются целым комплектом 4 штуки, верхние и нижние. Но у лосяры плюс в чем? То, что эти рычаги идут как на левую подвеску, так и правую. И еще они идут как на переднюю ось, так и на заднюю ось. То есть у него всего 2 вида рычага. Вот такой вот верхний и такой вот нижний. Все, переворачиваем наоборот, ставим на ту сторону и то же самое делаем назад. Так что целый комплект можно еще ломать и, если что, потом менять. Поэтому сейчас давайте разбирать его и менять все сломанное. Решил я начать с амортизатора. Там поломалось вот это ушко. И чтобы его заменить, мне пришлось полностью разобрать весь амортизатор, то есть полностью его перезалить. В общем, какая-то жесть на самом деле. Ну, во-первых, они используют дюймовый крепеж, да, то есть, ну, шестигранники, к счастью, в комплекте, поэтому всего лося приходится перебирать вот такими вот Г-образниками. Это бред. Плюс гайки у них фиг знает какого размера, то есть только подходит вот этот их. Все, что я у себя нашел, только их вот такой вот ключик, ну, как видите, там гайка застряла, я просто ее выкрутил, потому что начинает проворачиваться, но не держит, какой пластиковый, блин, ну, это жесть вообще, инструмент. Ну, вот, пришлось гайку поменять на нормальную и крутить уже нормальным ключом, потому что вот это бред заниматься, просто лось меня уже взбесил при переборке только амортизатора, я еще даже не разбирал все остальное, а сейчас мне придется вот таким ключиком все дело разбирать, поэтому здесь лосям большой просто минус. Бампер состоит из 2 частей, то есть нижняя основная и плюс еще вот здесь вот идет такая распорочка. Так, а здесь уже ключик другого размера нужно. Повезет и подойдет. Ура! Полторашка плюс-минус одинаковая. Отлично, бампер держится всего на 2. Я просто думал, что вдруг он может на 4 винтах здесь держаться. И вот так он выглядит уже в разобранном виде. Так, теперь, чтобы мне снять нижний рычаг, мне, соответственно, нужно вот эти еще 4 винта открутить. И тем самым я его должен, по идее, достать. Сейчас посмотрим. Там буквально ось надо высунуть и все. Так, снимаем. Как видим, здесь у нас металл идет. Так, ну придется, на самом деле, все вытащить, потому что по-другому никак. Хотя, может, ось дернуть. Попробуем. А, вот, нормально. Вытаскивается. Так, все. В принципе, здесь не так долго, но в любом случае нужно снимать бампер, да. И теперь мне нужно еще отсюда снять вот эту часть. А вот здесь лоси используют E-клипсы. Дурацкие, не люблю их абсолютно. Лучше бы какие-нибудь гайки использовали, чем эти E-клипсы. Соответственно, все. Так, ось вытаскиваем. Все. Вторая часть рычага высунута. Все, теперь все просто. Берем этот рычаг, продеваем ось. Готово. Так, у меня еще вылетела рулевая тяга, но она просто вылетела, к счастью, и все. Вставляем привод на место. Теперь вставляем сюда рычаг, дальше саму ось. Опа! Все. Закрепляем. Так, теперь меняем бампер, смотрим, где он треснул. То есть треснул здесь в нижней части.
треснул здесь верхний. Ну, как бы ездить можно, да, но держаться особо не будет, плюс функцию свою будет выполнять плохо, поэтому лучше поменять на новый. Все, остается дело за амортизатором. Амортизатор здесь просто устанавливается, и все это фиксируется шайбой и гайкой. Так и остается теперь вот это ушко сюда вставить и закрепить. Вот, нормально, лосяра почти готов. Осталось решить вопрос с рулевой. Так, где у нас серво? Забыл кнопку где. Опа! Все. Норм! Вот так вот лосяра выглядит собранном, в готовом к бою виде. Слушайте, смотрю сейчас в камеру, он получается какой-то квадратный. Реально. Но в жизни как-то получше даже смотрится. Как вы видели, я не ругался на корпус, пока его ремонтировал, потому что я его полностью отсоединил. Я взял, открутил вот здесь 4 винтика, и корпус полностью снимается. То есть вот оно, наше крепление, которая помогает нам быстро снимать и монтировать корку, но на самом деле бредовое решение, и я не вижу здесь плюсов. Самое лучшее решение, которое я видел, это у X-Max. Моментально снял, моментально поставил. Здесь нафиг не нужно вот эту вот откидывающую корку, которая все время падает. Друзья мои, ну что, лосяра готов. Чуть-чуть пришлось потратиться на ремонт после башенга. Так что я думаю, скоро его покатаем. Пока!